Ни для кого не секрет, что дети очень любят сладкое. Если вы гадаете, какой торт можно приготовить на праздник для своего малыша, то попробуйте торт «Паровозик», он понравится и девочке, и мальчику. Если вам интересно, как приготовить детский торт «Паровозик», то прочтите этот рецепт. Немного потрудившись, вы сможете удивить своего сыночка или дочку вкусным домашним тортом собственного приготовления, а выглядит он просто волшебно. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Тесто для коржей делается предельно просто. Возьмите все ингредиенты для теста и смешайте в миске. Вымесите эластичное тесто, разделите его на три части. При 180 градусах выпеките в духовке на противнях три коржа, они должны хорошо подняться и зарумяниться. Теперь разрежьте коржи на продолговатые кусочки, разделив их не только вдоль, но и разрезая их на две части каждой. Должно получиться 10 одинаковых деталек для торта. Заварите в чашке крепкий чай, хорошенько пропитайте чаем получившиеся коржики. Теперь очередь крема. Для него в глубокой миске смешайте сметану и сливки. Сметану лучше выбирать домашнюю, без характерной кислинки. Сливки обязательно должны быть жирными. Всыпьте к сметане со сливками сахар и размешивайте до полного растворения кристаллов. Уберите крем в холодильник на несколько часов, чтоб он хорошенько остыл. Начинайте строить ваш будущий торт. Для этого возьмите один пропитанный чаем коржик. Положите его на поднос, хорошенько смажьте его сверху кремом, затем выложите еще один коржик и снова смажьте кремом. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока коржи не закончатся. Вкуснее тем, кто подпишется. Поставьте коржи с кремом в холодильник, чтобы они схватились между собой. Когда торт затвердеет, возьмите острый нож и придайте коржам форму паровоза, отсекая все лишнее. Теперь обсыпьте зеленой кокосовой стружкой кабину паровоза, а синей – остальную ее часть. Почистите киви, банан и мандарин, вырежьте из киви кружочки для колес и квадратики для окон. Также, сделайте кусочек фрукта цилиндрической формы, чтобы изобразить трубу. Из мандариновых долек сделайте решету и верх кабины, банан разрежьте на полоски и выложите ими решетку впереди паровозика. Готовый торт отправьте в холодильник на несколько часов, чтоб он застыл. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Обещанный список ингредиентов. Яйца, 8 штук, тесто, сахар, 4 стакана, тесто, мед, 1-2 столовые ложек, тесто, грецкие орехи, 2 стакана, тесто, сметана, 8 столовые ложек, тесто, сода, 4 чайных ложки, тесто, уксус, 1 чайная ложка, тесто, мюка, 8 стаканов, тесто, сметана, 300 грамм, крем, сливки жирные, 500 грамм, крем, сахар, 2 стакана, крем, пакетики черного чая, 2 штуки, кипяток, 2 стакана, пакетики разноцветной кокосовой стружки, 4 штуки, банан, 1 штука, киви, 2-3 штук, мандарин, 2-3 штук, количество порций, 1-2. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Всем пока!